Здравствуйте, сегодня четверг, 25 февраля. В эфире новости от Maxi Markets. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Сегодняшняя европейская торговая сессия проходит с минимальной волатильностью, и динамика валютной пары евро-доллар не является исключением. Колебания внутри узкого диапазона, ограниченного снизу поддержкой 1.10, сверху сопротивлением 1.1040, дает хорошую возможность для заработка трейдерам, ориентированным на внутридневную торговлю, при этом ограничивая возможность открытия стратегических позиций. Триггером для выхода из сформировавшегося диапазона сможет стать публикация индекса потребительских цен Объединенной Европы, который является ключевым индикатором для оценки инфляции. Таким образом, пробитие сопротивления 1.1040 откроет возможность роста к отметке 1.1080, в то время как снижение под поддержку 1.10 станет сигналом дальнейшего спуска к уровню 1.0950. Стоимость фунта стерлингов по отношению к доллару США немного расширила границы горизонтального коридора с открытием британского рынка. Однако ожидание публикации ВВП Соединенного Королевства не дает участникам рынка возможности принять твердое решение о покупке или продаже. Наш предыдущий прогноз относительно перспектив британской валюты остается неизменным. Возобновление нисходящего тренда под влиянием неизменных данных о внутреннем продукте с тестированием поддержки 1.3875 и ее вероятным пробитием. Стоимость унции золота корректируется после роста на старте европейских торгов. Достижение отметки 1242 доллара спровоцировало фиксацию прибыли, что стало триггером для разворота и возврата к уровню поддержки 1235 долларов. От достигнутой отметки весьма вероятно возобновление покупок драгоценного металла и возврат цены к сессионному максимуму, после достижения которого возможно продолжение роста к отметке 1250 долларов за тройскую унцию. Серебро сегодня торгуется с относительно низкой волатильностью, но наметившийся рост цены золота вполне может спровоцировать и покупки данного металла. Сигналом начала интенсивного роста станет преодоление уровня сопротивления 15 долларов 32 цента, который откроет возможность дальнейшего повышения цены до значения 15 долларов 40 центов. Внимание! Завтра в 16.30 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдут обновленные показатели ВВП. Свежая статистика может повлиять на волатильность американского доллара и увеличить возможность заработка. В долгосрочных прогнозах по паре евро-доллар аналитики крупных банков, таких как Goldman Sachs и JP Morgan, предполагают нисходящее движение. Оставайтесь в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.